Кремле прокомментировали сообщение о перемещении войск к границе с Украиной. Ранее в Твиттер стали появляться видео с перемещением военной техники с заклеенными номерами на трассе в Ростовской области. Никто не блуждал и не блуждает. Российская армия продвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее расследовательская группа Conflict Intelligence Team заявила о переброске российских военных частей в Ростовскую область. По ее информации, у некоторых военных машин были закрашены номера. В своем материале Кит ссылается на видео пользователя Twitter Гиркин Гиркин. На первом видео оператор говорит о том, что машины прикрыты номера региона, а на втором видно, что на грузовиках синей пленкой или изолентой заклеены госномера. Скрыт код, который на гражданских номерах означает регион, а на военных чаще всего принадлежность к военному округу, говорится в материале. По информации Кит, оба видео были сняты в районе Ростова-на-Дону на трассе М4. Номера у всех заклеены. Куда едут? Наверное, на Москву. Заклеенными номерами. Российская армия. Документы не заклеили номера.